Ничего не выходит, я их на пол положу. Это не со мной человек, я просто ее по дороге на обочине подобрала, когда сюда ехал. Это Диоген! Ой, Вероника загрузилась. А за что тебе могли дать денег? Получите за фото. Опять ты свою башку мне все закрываешь. Ты мне своей. Ну и все. Ну и до свидания. Как читать нижний этот, вообще не понимаю. Возьми его в руки. Ааа, если в руки забрать. Ух ты! Господи. На F можно обратно повешать. Я все забрала. Конечно, бери с собой. Я думаю, нам это поможет. Всем привет, всем здрасте, добро пожаловать на мой канал. С вами Леся и Вероника. Ничего не выходит, я их на пол положу. В общем, я пошла. Это не со мной человек, я просто ее по дороге на обочине подобрала, когда сюда ехала. О, нычка есть на первом этаже, прекрасно. А он в этом уронил, на третьем этаже тут все разбросано. На третьем этаже? Ой, на втором этаже, там последний, дальней комнате. Ну да, тут 2 градуса. Костю, Костя! Господи, я прям летаю, прям я это... Вообще, а ты заметила, нет отдышки? Отдышки у меня есть, но она просто короткая. А, ну? Ну не та вот, где там при смерти уже человек идет. Ты мужчина? Ты женщина? Не ответил. Какую-то еще дверь пожмякал, надо отпечатки смотреть. Я бегу, 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 бегу. А вот и я. Ого, что такое? Я подожгу тебя, где ты, выходи. Меня о, зависит. Лазер вижу. О, лазер вижу. Ты подошла, и он сразу побежал. Если что, я за кресло побегу. Можно побежать в ее комнату. Как бы. В ее комнату? Ты думаешь, это будет разумно? Ну, если она выбежала бы туда. Так, а где крест? А, вон там вижу. Я ей даже к шкафчикам поближе пододвинула. А она... Тут просто все в соли. Спокойно, спокойно! Женщина, по-моему, она намекает, что нам пора на выход. Вот ты падла, а? Здрасте. Спасибо. А, там... Да что такое? А, мне кажется... А, вот теперь нет. Это Диоген! Серьезно? Да. Он меня убил, естественно. А ты убежала? Я не вижу, с какой стороны. А ты где? На втором. Где ты бегаешь? По складу. А он ползает. Фух. Ну вот и все, ну вот и все. Блять, Вероника, добрый вечер. Ты по мне только что ходила. А, вот. У тебя просто вещи в другом месте были. Сука, да ты Диоген, блин. Я надеялась, что он еще где-то около тебя и типа подбежает, но, естественно, нет. Если бы там не было лазерного протектора, я бы тоже там померла. 205 баксов, серьезно? Ну это совсем уже для нищебродов какие-то вообще прохождения. Ну что, ребят, всем спасибо, что смотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь и всем до встречи и пока-пока.